что же, здравствуйте, мои любители необычной техники. В общем, это, наверное, назовем второй частью ролика о данном пылесосе ББК. Вот, что тут могу сказать? Это уже, наверное, который ремонт. О, мне даже страшно просто сказать, насколько это долгий процесс оказался в моем случае. Потому что раза три я, наверное, менял вот эту вот часть. Самую проблемную, наверное, не только у меня. Это просто какой-то ужас. Она реально ломалась трижды. Тут уже настолько все усеяно трещинами, что я их просто уже замучился латать. В принципе, что, прежде всего скажу, пылесос довольно-таки неплохой. За свою цену, которую на то время я его покупал, это было 1200 рублей, грубо говоря. Вот, в принципе, это неплохо. Он довольно-таки, вот у него... мощность-то у него такая средненькая, да, но оформлено все верно, все правильно. Вот эта вот аэродинамическая вот часть, она, в общем-то, все правильно оформлена. И хорошее расположение фильтра и его вот этой вот части, в которую, я думаю, кто во что гораздо, кто одевает на нее носок, кто еще что-то. Я одел часть женских колготок, у супруги попросил, в два слоя. И, в общем-то, этого хватает для того, чтобы фильтр даже еще менять не приходилось. Вот. Пылесос, естественно, я в сложенном виде все время, вот эта труба в сложенном виде, потому что так его мощность хватает и на ковролин. Вот, чтобы вот такого формата ковролин можно было спокойно пылесосить. Тем более у нас завелся сейчас зверь еще, помимо вот таксы, которая там подсматривает, еще и кот, он сейчас в спячке спрятался от пылесоса, точно. Так что чихует. Кот спрятался, и получается, что два зверя, это значит шерсти больше, это значит, что, естественно, и покушает много, гадит и в туалет сходит, наполнитель валяется. То есть этим пылесосом, я к чему клоню, приходится пользоваться втройне, а то и вчетверне дольше и чаще. Получается, после последнего, в общем, ремонта, когда уже вот из этой части можно было выжать все, что только выжилось, я уже просто психанул, думал, все, ну его нафиг, использую под какую-нибудь самоделку в мастерскую. А потом подумал, ладно, хрен с тобой, я дам тебе еще один шанс. У меня оставалась эпоксидка, у меня оставались полипропиленовая нить и даже вот бинты. Ну и, в общем, я это все вместе развел, просто снял все, что здесь снималось, крутил в наглую два самореза там, где были болтики, крепили здесь такую черную основу, которая держала эту тубу с резинкой. Крутил два самореза с двух сторон, насколько я помню. Да, вот второй здесь, по-моему, или один уже, даже не помню. Нет, два. Вот они, пардон, уже сам забыл. Вот они, два самореза, потому что третье отверстие там сломалось, оно вместе с болтом. Вот два самореза вкрутил, посадил эту трубу, обмотал все полипропиленовой нитью. Не знаю, в чем просто она была, и как, по моим расчетам, все равно она лучше впитывает любую жидкость, точно так сочихает, правду говорю. Вот. А пропитал это все эпоксидкой, чуть-чуть подсушил, потом были еще остатки бинтов, добавил бинтов и добавил еще и остатками эпоксидками, все залил, ждал, эпоксидка старенькая уже. Ну, в общем-то, прождал трое суток, и она одревенела. И сейчас никаких проблем с этим уже нету. Да, стало неудобно выходить на улицу, вытряхать этот вот пылесос, поскольку здесь, в отличие от других моделей, приходится полностью тащить с собой всю вот эту вот бандуру на улицу. Лучше на улице, я делаю это на улице. И вытряхаю все, весь мусор. Вот, поэтому сейчас приходится тащить весь пылесос. Конечно, это нелепо выглядит, но что поделать, как говорится. Надежность требует жертв. Поэтому получилось так, что теперь он работает безукоризненно. В общем-то, меня устраивает. Супруга моя отказывается с ним работать. Ну, ей не надо, в общем-то. По дому я этим занимаюсь. Я люблю порядок, чистоту. Поэтому, в общем, он ко мне вернулся, этот пылесос. И всем, кто столкнется с такой проблемой, не спешите выбрасывать. Я тоже рекомендую вот прийти к такому же решению. Если нет полипропиленовой нити, да хоть кусками ткани, хоть бинт купите с запасом. Сейчас, правда, бинт, конечно, ужасное качество. Но любой тканью, которая впитывает и которая не рассосется, не растворится, вот можно это дело соорудить. Повторюсь, то есть полностью здесь какая вот часть съемная была, ее полностью ликвидируем. На нее, забыл сказать, вот в этой тубе, в ней
с этой стороны черная прокладка была, ее тоже ликвидируем. Одеваем тубу, она будет у вас свободно болтаться. Но для этого мы пропиленовую нить используем. То есть эту тубу как бы приматываем нитью к саморезам, вот к этим вот двум. То есть для того, чтобы она зафиксировалась. Я ее зафиксировал в положении кнопка сверху, параллельно вот вверху, чтобы мне так просто удобнее было. Вот. И все. Пропитали эпоксидкой. Дальше наматываем бинты. И еще раз пропитываем эпоксидкой и даем спокойно высохнуть. Я на всякий случай остатками даже вот обработал здесь корпус, потому что тут тоже вот, вон они, микротрещинки появлялись уже. Я думаю, это нездорово. В общем, а производителям, я думаю, следует задуматься над вашим творением и что-то сделать с этой частью, потому что это не вариант. Тем более, сейчас этот пылесос подорожал. Ого-го. Он уже около 3 стоит, насколько я помню. Поэтому вот такой выход из ситуации. Вообще он довольно-таки мощный. Ну вот по линолеуму, по ламинату ему цены нет. По ковролину, как, ну вот исходя из того, если у вас ковролин такого формата, вот он, короткошерстный, называю его так. Но в принципе вот после таксы, вот я ему сколотил своими руками отдельную вот такую вот кровать королевскую. Сейчас там бардак, конечно, они с кошкой там дерутся постоянно. Но даже вот этот вот длинный вот, его вот серое вот это вот покрытие, и то он хорошо пылесосит. Можно просто менять насадку. Раньше, конечно, это было удобнее и лучше, когда я просто убирал эту трубу и напрямую одевал в комплекте насадки, которые здесь. Но сейчас это стало невозможно, к сожалению. Ну что поделаешь, вот так вот, в общем. Конечно, можно заморочиться, с одной стороны. У меня от старого пылесоса есть такая же туба пластиковая. Можно здесь отпилить, ту сюда прикладывать, сюда одевать насадки. Но это, ну его нафиг. Работает, и слава богу. Поэтому вот такая ситуация. Так что имейте в виду, все, кто столкнулся с этой проблемой, все, кто задавал вопросы мне в комментариях, там на первой части, как он, что он, еще работает, не работает. Вот я вам видеоответ такой вот длительный снял. Поэтому... задавайте вопросы, подскажу, потому что это дело уже, наверное, наше общее с вами. Потому что я вижу, что даже по количеству отзывов и вот именно этой проблемы с этой частью, я вижу, что людей много, и это уже тысячи человек, кто с этим столкнулись. Видимо, остальные, у кого такой проблемы не было, просто не настолько часто этим пылесосом пользуются. А вот в моем случае это очень часто. Живем мы в частном доме, поэтому два животных дома, и это, в общем... уже даже этого пылесоса становится мало. Уже подумываю о большом, но большой просто... фу, этот взял, попылесосил, убрал. А с большим возиться, где-то ему место надо. Не, нафиг. Поэтому вот. Сделал все, что мог. Поэтому это вот моими глазами единственный вариант, который вот, ну, действительно можно считать надежным. То есть саморезы просто вкрутил. Вот они белые, вот эти вот кровельные саморезы. Вот я вот просто... Не покажу сейчас, к сожалению. Но вот поверьте на слово. То есть, если у вас три пазика от трех болтов сохраняются, то у вас даже лучше получится. Еще и с этой стороны сможете прихватить. Но у меня не получилось. Вот он здесь должен был быть вкручен, но никак. Поэтому вот, ладно, наговорил уже на 10 минут. Будут вопросы, обращайтесь, а я продолжу пылесосить. Поэтому всем добра. Удачи. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Буду рад помочь всем. Пока-пока.